Это Чупа-Ната, спальные районы с многоэтажками, мне очень понравилось. Там Главташкентстрой, только тут чисто, аккуратно. У нас тут не практикуются огороды, 5 с плюсом. Вообще нигде не понимаешь, как же тут хорошо. Это настолько удачно подобранная палитра. Вижу вот такое скопление голубей. Я вышла на улицу. Так, как называется улица у нас? Улица у нас называется Чупа-Ната. Получается, что у нас Чупа-Ната состоит из вот таких вот четырехэтажных кирпичных домов. Прям вдоль по всей улице у нас получаются такие дома. Да, очень-очень старенький райончик. Мы пойдем посмотрим, какие там впереди дома. Еще наша особенность, у нас машины не пропускают при зебре пешеходов. Вот зебра видна, она и голубым отсвечивает, и зеленым, и желтым. Но прекрасно знают, что здесь есть зебра. Нет, не пропускают. Чилонзор, второй массив. Как мне Чилонзор понравился, вернее, Чилонзор частный сектор, домбровод, мне не очень понравился. А вот спальные районы с многоэтажками мне очень понравились. Прям я в восторге. Смотрите, да, из моих зрителей есть, которые не любят, их не интересует частный сектор. И в большей степени они смотрят вот такие вот спальные районы с домами, да, многоэтажками. Есть, которые интересуют махали. Так вот здесь я разделяю любителей, вернее, вкусы любителей спальных районов с многоэтажками. Смотрите, какой аккуратный район. Здесь просто лес. Лес. Просто лес. Обратите внимание, просто классно. Как же мне тут понравилось. Шикарно. Смотрите, какие красивые деревья. Молодцы, смотрите, какой балкон. Разве не прелесть? Мне так понравилось. Да, тут такие старенькие дома. Вот эти вот кирпичные. Но, тем не менее, здесь очень аккуратно. Вот смотрите, даже вот эти вот трубы, которые меня чаще всего раздражают, потому что они должны быть под землей, но бюджет, у городского бюджета нету денег, чтобы все время закапывать и потом раскапывать их, и их вот так вот поместили вдоль домов. Но вот здесь они не такие прям классные, обшарпанные, да, как у нас на Каракамыше, они аккуратные. Это не спальный район, а парк. Вот здесь я хотела бы жить. Да, я вообще приверженница частного сектора все-таки. Но вот этот райончик мне настолько понравился. Вай, как красиво тут. Смотрите, сколько деревьев тут. И, как я вам уже говорила, Чилонзорский район у нас как-то, знаете, совмещает еще один отель. Прям обилие отелей тут. Совмещают спальные районы с вот такими вот госучреждениями или частным бизнесом, да. Получается, у нас здесь тоже отель Diamond. На моем пути это уже получается такой уже, наверное, 12-й или 13-й или 14-й. Очень много отелей, как я поняла, на Чилонзорском районе. Ну, как вам сказать, я же часто гуляю по разным районам Ташкента, так получается, что вот эта вот часть, Чилонзор, да, очень аккуратно, очень ухоженный район. Я была на этих знаменитых C5, C и так далее, да, которые считаются у нас таким элитарным классом. Так вот, там ужасно. Я показывала вам, там везде мусор.
ужасный асфальт. А вот смотрите, какие тут дворики. Разве не прелестно, сколько тут чисто, аккуратно, да? Даже асфальт, качество асфальта намного лучше, чем в этих знаменитых центральных районах. Очень понравилось, прям прелесть. Деревья везде. Вот надеюсь, вот эта вот срубка, да, вырубка, или как называется официально у нас, формовка деревьев до этого места не дойдет. Смотрите, как классно. Очень понравилось. Птички везде. Так, это место у нас называется, оказывается, Кяттачелонзор. И еще что я заметила, у нас тут не практикуются огороды. Вообще, вот смотрите, какая тенистая лужайка у нас получается. Смотрите, солнце у нас греет вовсю, а вот здесь стопроцентная тень. Разве не классно? Так вот, смотрите, насколько этот район у нас ухоженный и зеленый, просто Чилонзар. Да. 5 с плюсом. 5 с плюсом. Смотрите, как тут зелено. А у нас еще деревья не полностью распустили листья. Классно. Так что еще я поняла, как я уже говорила, у нас тут не практикуются огороды, и поэтому вот такие вот поляны со свежей травой везде. Открытые зоны. Смотрите. Но плюс в том, что вот на что я обратила внимание, здесь, наверное, контингент совершенно другой, более воспитанный. Здесь нету нигде мусора. Если бы у нас, например, на Каракамыше было вот такое вот открытое пространство, тут было бы полностью все в мусоре. Особенно еще в последнее время стали практиковать, ну, как бы, ну, производственный мусор, строительный мусор завозят и выбрасывают ночью прямо среди кварталов. Никто это не контролирует. А вот здесь, да, все чистенько, смотрите. Классно. Вот здесь вот такой вот клочок земли, где у нас я увидела мусор. Но это уже такой, знаете, совсем-совсем маленький пример, незначительный. Если сравнивать с той остальной чистотой и аккуратностью, это, конечно, вообще капля в море. Но хотелось бы, чтобы даже этого не было. Да. Райончик, конечно, на славу. Классный. Мне очень понравилось. Еще раз повторюсь, мне спальные районы с многоэтажками намного больше понравились, чем дом Роат Махалла именно в Чилонзаре. Смотрите, какой двор тут. Разве не прелесть? У нас тут, знаете, парк. 100% парк. Или получается, как бы в лесу построили вот такие вот дома, 4-этажные, по-моему. 4-этажки. Смотрите, какое обилие зелени тут. Да, из того, что есть, была, скорее всего, формовка, но формовка не жестокая, да, она с умом была сделана, и не каждый год, а когда это нужно. И из-за этого у нас деревья разрослись вот так до таких вот размеров. Классно, очень понравилось, прям душа радуется здесь, настолько тут зелено, прям я гуляю в лесу. Хочу вам показать, насколько тут чисто. Вот обратите внимание, вроде райончик у нас не новый, да, он старый. Он где-то 70-х годов. Точно. 70-е, может быть, даже 60-е, вторая половина. Но вот смотрите, насколько тут люди воспитанные. Тут вообще нигде нету мусора. Класс. И обилие деревьев, конечно же, еще раз скажу, что просто парк, а не район.
Да? Классно, да? Вот если кто-нибудь хочет в парке погулять, в настоящем парке, а не вот этих вот прогулочных зон с дорожками новыми, которые у нас как бы называют парками, вот это вот парк. Приходите сюда. Вам точно понравится. Вот я решила спустить вот сюда тоже, потому что мне тут тоже очень понравилось. Но как же тут хорошо. Смотрите, сколько зелени. Тропиночки такие. Игровые площадки для детей. Все есть. Подъезды чистые. Ой, очень понравилось. Так, территория между домами тоже приличная. Ой, смотрите. Вот смотрите, какая тут у нас площадочка. Огромная площадка. Ну, конечно, тут деревьев много. А детская площадочка тоже есть. Вот в каждом вот таком вот дворе у нас есть своя детская площадка. Это очень радует. Все дома свеже отремонтированные. Чистота, порядок, простор, деревья. Просто шикарно. Мне так нравится. Смотрите, насколько тут аккуратно. Вот обратите внимание, даже вот эти вот трубы, да? Они не такие обшарпанные, как на Каракамыше. Классно. Так, еще на что я обратила внимание? На цвет вот этих вот домов. Вернее, покраску. Это настолько удачный цвет. Это настолько удачно подобранная палитра. Получается, что вот с внутренней стороны дворов это очень сильно заметно. Есть пристройки, да? Некоторые переделали свои балконы и как бы сделали кладочку из кирпича. Кирпича не, ну, как бы не декоративного, а простого. И когда вот эта вот красочка легла на все вот это вот, как бы кладочку вот эту вот кирпичную, то все это, вот эти вот недостатки нивелируют, да? Смотрите, я вам сейчас покажу. Настолько это удачный цвет, чтобы скрыть недостатки. Если это у нас декоративный кирпич, его оставили, а если это простой кирпич, в большинстве случаев, все это перекрыли, и получается, что вот целая композиция, она в едином цвете. Смотрите. Нет такого ощущения, что вот у разных балконов разный материал. Нет. Совершенно. Очень понравилось. Итак, у нас очередной отель. Это у нас уже отель более премиального класса, ну, вернее, большой отель. Рохат. Здесь, по этой улице, у нас находится кинотеатр Гагарина и Чуланзарский торговый центр. Смотрите, какая зона у этого отеля. По-моему, раньше он назывался Пойтахт. Переименовали его в Рохат. Интересно. Очередное интересное здание в старом стиле. Это у нас, оказывается, Чилонзорский банк. Нет, Чилонзор банк Хизматлары Марказы. Интересное здание, кстати, смотрите, такое ступенчатое. В центре у нас такой полукругом фойе. Классно. Как я уже узнала от Бориса Галендера, этот стиль у нас называется туркменистанский модерн. Кстати, очень-очень красивое дерево, береза. Так, еще один пример чиланзарской обустроенности, хорошей.
обустроенности. Да, вот здесь вот с внутренней стороны у нас нету покраски, вот этой вот, которую мы наблюдали в другой части Шалонзара. Но вот продолжается та история с деревьями. Как у меня душа радуется. Смотрите, какая крона у этих деревьев. Какие стволы. Представляете, тут стволы по 1,5-2 метра диаметром. Разве не прелесть? Смотрите, как корни разрослись. Я вам покажу на примере своей обуви. Смотрите, какое дерево огромное. Ой, прям душа радуется. Я бы хотела, чтобы у меня здесь была квартира. Несмотря на то, что тут старые-старые дома, я бы хотела жить в таком месте. Класс. Разве не прелесть? Еще один такой момент, что в отличие от Сергели, вот здесь почему-то вообще никого нету во дворах. Ну, я, конечно, понимаю, что вчера у нас лил дождь и так далее и тому подобное, но сегодня у нас не так уж и холодно. Вполне себе окей. А вот на Сергелях у нас и в снег, и в непогоду весь народ во дворе гуляет и отдыхает. А в Каракамыше у нас как бы днем нет, так вечером у нас, да, народ идет гулять, отдыхать во дворы. А здесь такого как-то нету. Может быть, такая же ситуация, как и на Каракамыше. Может, к вечеру люди выходят. Или, может быть, для них это настолько обыденная вещь, вот эти вот все, да, деревья, все такое. Для них это не имеет значения, они отдыхают дома. Здесь у нас какой-то странный дом. Вернее, он не странный, он, по-моему, более раннего периода, потому что у нас, как бы, получается, этот дом, несмотря на то, что он такой же четырехэтажный, вот обратите внимание, насколько он выше. На целый этаж он выше, чем вот этот вот четырехэтажный. Вернее, тут тоже 4 этажа, по высоте я имею в виду, он выше. Да, интересное место, очень понравилось. Прям душа радуется, насколько тут зелено. Ой, надеюсь, что руки вот этих вот чудо-людей, которые все время делают формовку, до этого места не дойдут. Надеюсь, оставят это место в покое, потому что, ну, это я думаю, я более чем уверена, что это у нас как жемчужина. Вот этот вот дом меня, конечно, поразил. Тут, наверное, высоченные потолки, да, вот. Вот смотрите, вот старый открытый балкончик такой, да? Вот очень высокие потолки, по-моему. Вот такое, по-моему, не может не нравиться. Да. Вот смотрите, что у нас тут. Смотрите, какая прелесть. Да, очень нравится прям. Особенно вот эти вот дома, вот. 2 дома, они сильно отличаются от архитектуры. Это, наверное, специально было построено для номенклатуры, так называемой, да? Потому что тут потолки высокие, по-моему, и квартиры большие. А, нет, смотрите, тут таких домов очень много. Очень много. Да, Чиланзарский район мне, конечно, понравился. Шикарно. Ой, смотрите, тут какая аллея. Ой, это тоже голуби. У нас здесь есть голуби. Кстати, я первый раз в жизни, в своей жизни, вижу вот такое скопление голубей, именно диких, которые кормят люди. Так, в основном, я видела только по телевизору, да? Смотрите. Детям, конечно, надо бы объяснить, что их не надо пугать. Так, еще одна наша узбекская особенность, которую я просто не понимаю, для чего. Голуби, да, вот дети бегают за голубями, да. Некоторым просто
непонятно для чего, они даже детей не останавливают. Есть люди, которые кормят, да? У них ума, слава богу, хватает. А вот этой вот мадам нет. Она опустила своих детей, их пятеро, по-моему, и дети гоняют туда-сюда голубей. Я ей сказала, но все равно, бесполезно. Она даже не собирается своим детям делать замечания. Она просто тупая, она не понимает. Абсолютно. Да, это место, конечно, меня поразило. Смотрите, какие деревья. Вот. Сравните с людьми, то, если сравнивать с людьми, то можно понять. Вот голуби уже улетели, да. Надоело им, конечно, когда дети за ними бегают. Какие же тупицы есть, просто бесит. Я говорю, останови своих детей. Там женщина, и там дальше еще один мужчина стоят с кормом, с прикормом, чтобы покормить. А у этой идиотки дети ходят и бегают за голубями и пугают их. И она не останавливает и радуется, стоит и дура такая прям. Ну ладно. Смотрите, как красиво. Разве не прелесть? Да, Чилонзар, конечно, занял, конечно, и в моем сердце, и в рейтинге. В моем рейтинге, по-моему, первое место. Я раньше давала Сергелям. Нет. Да, Сергели, конечно, у нас райончик новый, да, но вот здесь просто парк. Сейчас пойдем посмотрим, что это за здание. Смотрите, какое красивое старое четырехэтажное здание. По-моему, оно похоже на школу, в которой я училась. 26-я школа. Тоже такая старая, высокая. Да, это школа, скорее всего. Да, 103-я школа. Смотрите, какое здание монументальное. Классно, да? Я хочу вам показать, насколько ухоженное и красивое это здание. Смотрите, какими были раньше школы. Смотрите, как красиво. Вообще, сама по себе... вот эта вот садово-парковая зона тоже очень красивая. И смотрите, какие высокие вот эти вот окна, сами по себе большие, панорамные сейчас такие окна называют. А в то время, когда строилось это здание, это было вполне себе стандартные размеры. Представляете, я с ипподрома до этого места пришла пешком. Сама это и не заметила. И при этом я не устала. Я, по-моему, бью рекорды всех и вся. Кусты и масын, конечно. Потому что я как-то не особо ощущаю усталость. А так, если подумать, я с ипподрома пришла пешком сюда. Район в парке. Чилонзар. Чилонзар, первый мавзей у нас оказывается. Чилонзар, первый массив. Смотрите, с обратной стороны у нас вот эти вот дома очень прилично выглядят, кстати. Как я поняла, здесь людям давали таким, как я уже сказала, номенклатуре.
Дома, скорее всего, были ведомственные, раз уж настолько они аккуратные. Здесь у нас даже тюльпанчики есть. Тюльпанчики ухоженные. Вот, непонятно, их посадили или они сами выросли, скорее всего, посадили. Ну, да, тут, как я поняла, даже земля немножко чернее, чем в остальных местах, так как у нас регулярно подпитывается вот этой опавшей листвой, поэтому земля тут, вернее, она такая черненькая, да. Смотрите, какие дома тут, ой, как же классно тут. Я же сказала, тут непростые дома вот здесь. Вот по балконам у нас можно уже понять, что из себя представляют эти дома. Высоченные потолки. Скорее всего, в свое время они были построены для ведомственных целей, вернее, служащих. Так что, получается, у нас здесь такое дворянское гнездо. Да, для номенклатуры в советское время. Смотрите, какие балконы супер аккуратные. Все, причем абсолютно все. Я вот ни разу не видела какой-нибудь обшарпанный, неаккуратный балкон. Нет, вот судя по машинам, на машинке тоже крутые. Я же сказала, что тут точно непростой райончик. Да. Очень понравился вот этот вот район. Какой красивый дом. Крутой, кстати. Обратите внимание, какие тут балконы. Даже со старыми рамами они супер аккуратные. Да, Чилонзар меня поразил. Прям Чилонзар в моем сердце. Я обожаю этот район. Именно, я не знаю, может быть, я удачно попала в какой-то район, где очень чисто и аккуратно. Но мне очень нравится. Прям шик. Смотрите, какой огромный балкон. Вот смотрите. Вот я сейчас приближу. Высоченные потолки, широченный сам по себе балкон. Классно, да? Кстати, в первозданном виде сохранился балкон вот этот. А все остальное уже как бы остеклено у нас. Да. Вот сюда надо прийти в жаркую погоду. И когда распустятся все листья. Вот хотелось бы мне посмотреть. Ой, как классно. Душа радуется. Ну вот здесь у нас началась кучка с мусором. До этого не было. Ну ладно, это простительно. Когда столько зелени, когда так аккуратно и красиво. Это от... Ну, наверное, вот это вот обновляли. Вот видите, да? Новенькое. Вот убрали старое. Так, смотрите. Ой, как мне понравилось. Как тут красиво. Смотрите, это парк. Это парк. На камеру это не отображается, потому что вот не полностью получилось отобразить, но когда распустятся все листья, вот тогда я обязательно сюда приду. У меня цель одна еще есть. Это Сергели, спутник. Спутник или Дослик 2. Вот эти вот старые районы. И вот это вот место. Надо посмотреть обязательно, потому что уж больно мне. Это место понравилось. Смотрите, какая прелесть. Несмотря на то, что тут все старое, да, вот постройки сами по себе, дома старые, все аккуратно, чисто, все в зелени. Вот еще одна оживленная улица. Так. Название улицы пока что не вижу. Там это у нас получается Чилонзар, массив 1. Оксарой. Ресторан, банкетный зал. Континент. Опять отель. Представляете, тут столько отелей. Я не знаю, такая отелистан у нас получается. Чилонзарский район.
очень много отелей, прям везде. Смотрите, даже это у нас настолько аккуратно, прям. Кстати, вот эта вот улица, она вот с магазинчиками вот такого плана. Домофоны, вот такие вот вещи, да, вот это уже, наверное, третий магазин вот с такой вот продукцией. А, что еще? Так, Арнасой называется улица. Так, спорт Мадемуазель у нас здесь есть. Да. Очень красиво, на мой взгляд. Кстати, я здесь первый раз. На улице, где расположен Шланзарский торговый центр, конечно, это место такое центральное, там, по-моему, многие были, а вот вглубь квартала я в жизни не была, вот по этой улице тоже никогда не ездила, да, очень понравилось. Спортивный комплекс тут есть у нас такой интересный, представляете, насколько тут аккуратно, чисто, такой старый, добрый Ташкент. По-настоящему добрый, да? Вот здесь у меня душа радуется. Не знаю почему. Мне так нравится. Смотрите, какие дворы у нас. Просто огромных размеров. Двор. Вот здесь, по-моему, сделали вот такую вот пристроечку. Ну да, в принципе, нормально, так как у нас здесь это место не занимает такую большую территорию. А так, сам по себе, вот этот вот двор, смотрите, какой классный. И вот эти вот дома высокопотолочные. Здесь уже, по-моему, 4, нет, оказывается, здесь уже 5 этажей. Уже другого типа дома. Ну, такие менее аккуратные, но тем не менее. Смотрите, какие дворы. Двор какой классный. Давай. Очень понравилось. Классно. Чисто, да? Вот смотрите, как чисто, аккуратно. Вот нигде нет. Вот одна единственная вот такая вот упаковочка. Вот. Все. Очень красиво. Там даже магазинчики есть. Ой, как тут все налажено. Паркинг-зона, детская площадка, деревья. Да. Еще такой момент, вот здесь оборудование для пожарной безопасности. Почему-то большая часть магазинов, она с такой продукцией. Вот, обратите внимание, очень много. Оживленная улица с большими деревьями. Классно. Да, оторваться от этих вот дворов я что-то не могу. Мне настолько понравилось, настолько тут красиво все налажено. Вот смотрите, какие дворики. Вернее, не дворики, а дворы. Тут у нас уже пятиэтажные здания. Не совсем такие, прям не очень. Но везде тут чисто, аккуратно. Классно. Вот, по-моему, первая вот такая вот мусорка на всем Чуланзаре. Вот. Смотрите, какая территория между домами. Похвальная. Площадочки какие. Тихо, мирно. Очень много деревьев. Короче, парк. Классно. Очень понравилось.